И таким образом у нас получается Данж Грифон. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Север, это прохождение Rock Mobile. Вроде как уже 21 серия или 22, я точно не помню, уже сбился со счета. В общем, как ты видишь, я сейчас убиваю грифонов, забираю их импланты. Зачем? Сейчас увидишь. В общем, нам нужен тэкебл процессор, элемент, это у меня все есть. Нормальное количество имплантов, немножечко кеблов, кетсов, либо бронта. Почему либо кетса, либо бронта? Потому что это самые такие эффективные кеблы для использования в этом кибл-процессоре. В общем, благодаря всем этим вещам мы можем получить кибл грифона. Да, это самый легкий способ, как можно получить кибл грифона, но мы пришли не за этим. Мы хотим получить данж грифона, там есть определенная вероятность, когда у вас появится следующая надпись, вы увидите у себя ее на экране, если я не забуду ее вставить. Это значит, что теперь грифон будет типа разноцветным, данжевым. В общем, для работы кибл процессора, кстати, вот та самая надпись, которая у вас должна была высветиться. Для работы кибл процессора вам нужен только элемент и ничего больше. Кибл процессор можно скрафтить даже в инвентаре, в принципе, крафтится он быстро. В общем, забираем и нажимаем на имплант грифона. Процесс, accept. И так до тех пор, пока не появится та самая надпись. Все очень легко и просто. В общем, еще раз объясню, если вы вдруг захотите сделать кибл грифона, хотя бы одну штучку, вам нужен, естественно, имплант грифона, три кебла, либо бронта, либо кетца. Почему? Потому что других кеблов нужно будет несколько раз больше, и даже около десятки, наверное, поэтому либо грифон, либо кетц. Естественно, вам нужен кибл процессор, элемент. Вы нажимаете на имплант грифона, если там есть кнопочка процесс, значит все вы сделали правильно. Нажимаете, у вас высвечивается надпись, мол, чувак, ты так-то получишь один кибл грифона. Вот. Вы нажимаете accept, и с каким-то шансом после этой надписи у вас появится та надпись, которая появилась у меня, то бишь Ириглоу, все дела, которая не переведена на русский, про которую я вам говорил ранее. И, правда, это очень такой маленький шанс, поэтому советую затариться, например, 30 киблов кетса, 10 имплантов, ну и, естественно, около 40 элементов, вот. Но, опять же, вы можете сделать сохранение перед этим, если вдруг не получилось, загружаете сохранение и делаете так до тех пор, пока не появится надпись. В принципе, я потратил буквально минут 5, и у меня получилось сделать данж грифона. Вот как хочешь, так и забирай ты яйцо. В общем, потом вы берете имплант, на который прокнул шанс, то бишь на котором появилась эта надпись, ну и воскрешаете его, к сожалению, только на обелиске. Да, его нельзя воскресить на воскрешающей платформе этого грифона, но все же, думаю, вам не впадло долететь до этого самого обелиска, поэтому да. Вот он у нас воскрес, вот как я и говорил, пожалуйста, данж грифон. В общем, сейчас я его заведу в ловушечку быстренько, и мы с вами увидимся. Ну давай уже. Я здесь просто очень криво ловушку поставил, из-за этого он не может нормально залететь. А мне еще очень жарко, кстати, я только сейчас заметил. Кстати, извиняюсь за вот это вот мыло на экране. Просто у меня немножечко уже игра начинает подлагивать. Да ладно, думаю, это не особо критично. Я потом немножечко поменяю, в принципе. Так, а знаете, что до меня дошло? У меня-то бальзама нету. Так, ну давай. Я уже и поспать успел, и, короче, вообще звездец. Все. Скажи, пожалуйста, что у тебя голод, да, у тебя голод слетел. Окей, держи. Если верить нашему любимому Дудодексу... Да ладно, один кибл всего лишь нужен грифона. Это имба на самом деле. Так, давай стопайся, сейчас мы на тебе немножечко покатаемся. Ну прикольно, прикольно, конечно, мол, данж грифон, все дела, но кататься и использовать его я не буду. У меня есть уже хороший грифон, а то в скором времени я собираюсь обновить, приручить более хорошего, потому что у меня скоро будет 100 уровень, правда я не знаю, как я это сделаю. Если вам впадло фармить кучу амбера, то убивайте грифонов с низким уровнем, потому что там амбера нужно, ну, хотя бы не так много. Вот, как-то так. Хотите прикол? Вот я усыпил 120-го псиронадона, мы суем туда киблы, так, суем, сказал, и смотрите, да, очень медленно поднимается шкала, потому что, скорее всего, нужно прям, ну, капец сколько голода, чтобы он схавал этот кибл грифона, но для меня это открытие, причем им можно даже кормить листрозавра, масхопса,
естественно, диплодока. В общем, это для меня, конечно, открытие. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. Извините, то, что ролик будет короткий, но ролики будут выходить чаще теперь, потому что уже пора заканчивать выживание. Вот, как-то так. Еще раз всем большое спасибо за просмотр. С тобой был Север, и помни, все только начинается. Удачи! Ёбаный рот! Как получить 100 тысяч эмбера за пару минут? Единственное, что вам нужно очень много времени, если вы хотите реально много амбера. И, естественно, вот это вот чучело, то бишь Дедекурус. Итак, что мы делаем? Итак, мы выходим из арка, врубаем интернет, заходим в настройки, находим пункт даты и время. Если у вас стоит автоматически, вы его, в принципе, убираете. Нажимаете вот на это число, меняете на июль 2019 года. Так, меняйся давай. На 1 июля 2019 года заходите обратно в арк. Если у вас не появилось никакого ежедневного задания, значит вы все делаете правильно. Дальше мы опять заходим в настройки, меняем уже на 2 июля. Понимаете, да? Заходим. Все, вы видите, у вас появилось ежедневное задание. Мы нажимаем на него, но не нажимаем на старт. Дальше мы заходим в настройки обратно на 1 июля. И вот уже сейчас нажимаем на Daily Pursuit, то бишь ежедневное задание. Все, и так можно повторять какое количество угодно вам раз. Единственное, что это, естественно, делать все без интернета. И, пожалуйста, не накосячьте, делайте все по инструкции. Иначе вы можете остаться без ежедневных заданий на неделю и больше. Вот, как видите, все делается очень просто. Опять же, главное не накосячить, и если что, я не виноват. Если вам просто надоест, то вы ставите автоматически и все. Рубаете интернет, обратно заходите в игру. У вас появляется уже сегодняшнее ежедневное задание. В моем случае это Тайм и Гигант Эпитек. Блять, что это такое? Кто придумает эти задания? Ладно, ребят, всем на этот раз точно спасибо большое за просмотр и всем пока.